Уроженка Мысков – лучший педагог-психолог Кузбасса 2020. Свой опыт Елена Попкова представила на областном этапе всероссийского конкурса. Педагог-психолог трудится в специальной коррекционной общеобразовательной школе номер 7 города Мыски. И теперь впереди федеральный этап соревнования. Елена Попкова занимается педагогической деятельностью 7 лет, успешно реализует основные общеобразовательные программы – психокоррекция и развитие высших психических функций у детей младшего школьного возраста с ОВЗ. Кроме того, большое внимание уделяет психологическому просвещению педагогов и родителей. Ее материалы публикуются в журнале «Технология образования» на сайте школы и педагогического клуба «Наука и творчество». Всего в региональном этапе приняли участие 19 педагогов. Со всего Кузбасса лауреатами стали еще 4 специалиста.